inson boshiga kelgan mashaqqatlar nafaqat o'zi, balki atrofidagi insonlar uchun ham sinovdir. Xalqimiz o'z saxovat peshaligi va oqibati bilan shunday sinovlardan o'tib bormoqda. Bizningcha. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yilning oxirlarida og'ir xastalikka uchragan jajji Elzara haqida aytib o'tgan edik. O'tgan vaqt ichida qizaloq operatsiyasiga yetarli mablag' yig'ildi. Biz Janubiy Koreyaga kuzatish uchun aeroportda ushbu oila bilan uchrashdik. Я хотела выразить всем огромную благодарность за помощь в сборе средств, за оказанную заботу, за все, что вы сделали для нас. Мы вам очень благодарны. Мы сегодня летим на операцию в Корею. В понедельник у нас будет осмотр. Спасибо всем большое, что помогли собрать денежные средства для того, чтобы наша Эльзара жила. И я хотела попросить, чтобы молились все, что вместе мы сила, и мы можем все сделать сообща, если вот... Bemor onasining so'zlarini tinglash barobarida oila uchun ushbu xayrli ishlarga o'z hissasini qo'shgan go'zal Galimovadan ham ikki og'iz fikr so'radik. Я также хотела бы выразить благодарность каждому человеку, который поучаствовал в судьбе, в жизни Эльзарочки. И я думаю, что действительно добро оно победит. И победит, потому что есть добрые люди, есть у нас общность, есть единство, единство нашего народа, единство людей, которых объединяет чужая боль. И по-настоящему чужих детей не бывает. Спасибо огромное каждому человеку, кто поучаствовал в том, чтобы собрать средства на операцию Эльзарочки. А теперь мы будем ждать, что она вернется к нам здоровая и, конечно же, счастливая, и проживет очень долгую жизнь. Спасибо еще раз всем огромное. Ular qatori biz ham o'z imkon doiramizda yordam bergan, duolarida esga olgan insonlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qilgan ehson amallaringiz qabul bo'lsin.